Всем привет! Я нахожусь на празднике авиашоу «Я выбираю небо». Я на этом мероприятии присутствую уже второй раз. На аэродроме в Куркачах, Республика Татарстан, город Казань, Высокогорский район, село Куркачи. Авиашоу «Я выбираю небо» посвящен ко дню авиации России. На авиашоу будут представлены крупный и самый мощный в истории военной авиации сверхзвуковой самолет Ту-160. Стратегический бомбардировщик-ракетоносец с винтовыми двигателями. Самый скоростной в мире самолет Ту-95. Легендарный вертолет Ми-8. Самолеты малой авиации. И первоклассные пилоты продемонстрируют фигуру высшего профессионального пилотажа. Я не буду много комментировать, просто смотрим видео и наслаждаемся. Давайте посмотрим по кнопке. На сверхзвуке. Видите, у него крылья сложены вдоль фюзеляжа немножко. Вот. Это именно... Как говорится, улыбаемся и машем. Еще. Давайте громко крикнем. Я выбираю небо! 3-4! Четырехмоторный, 8-винтовой, стратегический бомбардировщик. Носит название «Медведь», его называют «Медведь», и этого Мишку все понравятся в мире, я вам так скажу. Он уже более 50 лет стоит на страже наших рубежей и до сих пор не потерял свою актуальность. Носитель... Блин, я не вижу его. Так, и за ним к нам уже подходит, приближается на подходе. Внимание, тоже еще один Ту-160. Внимание, он покачивает нам крыльями, смотрите. Наши аплодисменты! Друзья, как мы с вами репетировали, все аплодируют громко! Добавляем еще звуки! Все вместе, потому что эти самолеты достойны, эти новации. Чем отличаются эти два самолета? Тот первый самолет был еще как бы заводской. Он на заводе только-только проходит. 10 пассажирских, модификация Ту-214. Но, а это, как я вам говорил, специальный самолет, начиненный самой современной электроникой и
служит для контроля всех военных рубежей, не только наших, а еще и наших друзей и наших потенциальных противников. Смотрите, какой мираж, ваши аплодисменты. Несмотря на внушительный размер, разворот практически на месте. Вы заметили, с каким набором, Тем самым совершенно аэродинамика. А крем какой? Больше 45 градусов. Видели, да? Крем. И представьте, это тяжелый пассажирский, скажем, как он, самолет. А летает, ну, по крепкому и полному самолету. Самолет. Чего? Тут весь 14. И такая информация была получена, разработана без каких-то пределов, к сожалению. Ил-62, Ту-22, Ту-160, Ту-214.